Президент Сирии Башар Асад считает, что на Западе против него ведется пропагандистская кампания, подобная той, что идет против российского лидера Владимира Путина. То, что происходит в Сирии, похоже на происходящее у вас в регионе. Обратите внимание, что произошло в западных СМИ с началом переворота на Украине, для них президент Путин превратился из друга Запада во врага, царя, диктатора, который подавляет российскую оппозицию, который пришел к власти недемократическим путем, несмотря на то, что он был избран в результате демократических выборов, признанных на Западе. Сегодня для них это больше не является демократией. Такова западная информационная кампания, сказал Асад в интервью российским СМИ. Он выразил уверенность в том, что Запад следует принципу смены руководства в Сирии, России и других странах. Запад не воспринимает партнеров и суверенные государства. А в чем заключаются их претензии к России? К Сирии. К Ирану. Это суверенные государства. Им хотелось бы убрать одного человека и поставить на его место другого, который будет действовать в интересах этих стран, а не в интересах своей родины, подчеркнул Асад. Полный текст интервью опубликован на сайте rair.ru.